Мы, группа художников «Добрые люди» из Донецка, приехали к вам наконец, впервые. Немножко рады. Очень рады, очень приятно было получить приглашение на республику. Немножко о нашей работе. Это сказочный персонаж, рабочее название «Сеятель снов». Их у нас будет три. Это такие мифические существа, которые создают спящих людей приятные картинки, так сказать. Достают из своих волшебных мешочков красивые сны и сыпят на спящий город. Приглашаем всех на фестиваль «Республика». Приходите, слушайте музыку, смотрите, как рисуем мы, как рисуем другие художники. Здесь здорово, весело.